Благоустройство сквера в московском микрорайоне еще не закончено. Работы планируют завершить примерно через месяц, а новой территории уже нанесен ущерб. Пропали 3 саженца японской спиреи, еще 3 кустарника пузыреплодника. Подрядчики задаются вопросом, кто, а самое главное, зачем совершил столь неблаговидный поступок. Кроме того, неизвестные обрезали кабель, предназначающийся для будущих светильников. Нанесенный урон подрядная организация вынуждена устранять за свой счет. То они после этого случая вынуждены были просто усилить здесь охрану, потому что они все равно сейчас отвечают за это, за все, поставить мобильные группы, больше людей привлекать уже для того, чтобы наблюдать. Но все равно хотелось бы обратиться к жителям, что если они выйдут, даже на будущее, когда сделается сквер, чтобы смотрели здесь, в том числе за порядком. Если есть какие-то нарушения, ну пусть сообщают в органы полиции. Пусть детям объясняют, что не надо ломать здесь, не надо топтать, надо ходить по дорожкам. Ну, культура, она прививается именно с детства. И этот сквер, он, наверное, должен стать таким центром, наверное, для всего города.